Театр Обско-Угорских народов «Солнце» приглашает на премьеру детского спектакля «Запретный лес». Представление по мотивам африканской народной сказки пройдет в эти выходные 13 и 14 февраля в 12.00. В новом кукольно-теневом спектакле будет много живой африканской музыки, танцев и песен. Приходите на спектакль всей семьей, чтобы узнать, что произойдет с тем, кто однажды нарушит запрет и войдет в таинственный лес.